Драгоценные братья и сестры, слава Господу за сегодняшнее утро, спасибо Господу, что мы ночью ложимся, спокойно спим, а Он только нам дает жить в безопасности, хранит наш сон и трудится с нами даже на наших ложах. Сегодня я хочу поговорить немножко о духовной зрелости нашей. Слово Божье говорит, вы помните, да, в Евреях 1 глава, там написано в первом стихе, первая половина стиха там написано: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». То есть поспешим к зрелости. Бог желает, чтобы мы все не оставались младенцами. Если мы уже какое-то длительное время в церкви, и мы до сих пор остаемся младенцами, может быть, мы капризничаем по какому-то поводу, нам что-то не нравится, но мы не прикладываем усилия для того, чтобы что-то узнать и получить ответ на тот вопрос, который нас волнует и который приводит нас к какому-то недовольству, ну, это говорит о том, что мы так и остаемся младенцами. Но Бог желает, чтобы мы возрастали, чтобы мы созревали как плод. Да, если плод не созреет, невкусный, его никто не скушает, не получит никакого удовольствия, удовлетворения. Так и мы созревать должны для того, чтобы мы были полезны кому-то, и чтобы в жизнь кого-то тоже пришла жизнь, чтобы люди поменяли свой образ жизни, и тоже чтобы мы начинали с Богом вместе получать удовольствие от этой жизни, и чтобы сами были тоже полезными кому-то. Если мы не возрастаем, а Слово Божье говорит, 1 Петра, 2 глава, 2 стих, там написано: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы возрасти вам во спасение». То есть, чтобы вырасти. Мы должны расти, мы обязательно должны расти. И как написано еще в Ефесянам, в 4 главе, в 13 стихе: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы должны возрастать. Что значит полная мера возраста Христова? Чтобы быть зрелыми, чтобы принимать самим решения, чтобы правильно анализировать все, что происходит в нашей жизни, что происходит вокруг, вести себя правильно. И очень хорошее качество, замечательное, великолепное, это кротость и смирение. Только у зрелого человека или того, который становится все более и более зрелым человеком, эти качества начинают проявляться. Это плод Духа. И получается, что написано вот в Евреях, я читала 6 глава 1 стих, что мы должны оставить вот эти начатки учения. Сейчас еще раз я прочитаю Евреям 6 глава. «Оставив начатки учения Христова, поспешим к зрелости». Оставим начатки. Что такое начатки? Когда мы в самом начале пришли к Богу, мы тогда вот в самом начале мы каялись перед Богом. Во всех своих грехах: «Господи, прости меня, прости все мои грехи, все осознанные, неосознанные» и так далее. Вот это начаток. Но мы не должны оставаться в этом состоянии всю свою жизнь, сколько мы с Богом. Сколько мы с Богом? Кто сколько? Кто 2 года, кто 5, кто 10, кто 20. Да, мы должны постоянно, каждый день: «Господи, прости меня, вдруг я где-то чем-то согрешила, что-то неправильно сделала», это да. Но это как обновление духовное перед Богом, чтобы мы опять обновлялись в правильном положении перед Богом и очищались, освящались и дальше. И тем более, если мы что-то не сделаем или что-то не так сделаем, то Дух Святой еще плюс ко всему зрелого человека и обличает, и ведет, и руководит, и направляет. Тогда уже человек водим Духом Святым. А до тех пор, пока он остается младенцем, он не может быть водимым Духом Святым. Он водим своими эмоциями, своими какими-то желаниями. И такой человек, он не способен принимать от Бога то, что Бог хочет положить ему на сердце. Он не способен услышать Бога и не способен повиноваться. А что такое кротость? Знаете, что такое кротость? Кротость Духа. Духа прежде всего, кротость нашего Духа. Это кроткий, это безответный. Это не гневливый, это не осудный, который не осуждает. Это тот, который нежный, на украинском языке лагидный, не жестокий, не раздраженный, не вспыльчивый. Он не реагирует на те, может быть, кто-то нас оскорбил, кто-то унизил. Может быть,
где-то мы ощущаем какое-то притеснение со стороны кого-то, чего-то или обстоятельств, или людей, то кроткий человек, человек, у которого есть уже этот дар, уже выработался этот дар, этот плод уже проявляется, у него кроткий дух, он будет в спокойном состоянии, он не будет выходить из себя. Потому что вот написано в Иакова 1:21, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. В кротости примите насаждаемое слово. Каждое слово, которое мы в Библии читаем, это то слово, которое мы должны принять в наше сердце, как в почву принять наше сердце, наша почва нашего сердца должна принять это слово. Естественно, что это слово должно что-то произвести. То, о чем оно говорит, то должно и произвести в нашем сердце. А что такое смирение? В смирении мы должны тоже поступать. Каким образом? Смирение, опять же таки, оно будет проявляться только тогда, когда мы будем становиться все более и более зрелыми. Тогда у нас будет это и привычка, выработается привычка, будет это качество. Смирение – это покорность и послушливость. Покорность и послушливость. Раз Бог так говорит, а у меня что-то другое, а я хочу что-то другое. А Бог мне вот так вот говорит в слове. Значит, я должна все-таки прислушаться к Слову Божьему. И еще есть замечательное местописание, очень хорошо известное. Это Исаия 66 глава. Второй стих, там во второй половине. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». А в новобрусском переводе написано вообще замечательно. Написано, тут написано «вот на кого я презрю», а тут написано «вот кем я дорожу». Бог очень дорожит теми людьми, у которых есть вот эти качества. И вот Бог желает, чтобы эти качества, смирение и кротость, они были у каждого из нас. И этому нужно учиться. Этому нужно учиться. Мудрый человек, он учится держать свои эмоции в узде и не давать воли своим эмоциям. Потому что гневливый человек всегда, как в притчах написано, вызывает спор. Приходит какой-то скандал и приходит какое-то разделение. А если человек кроткий духом и смиренный духом, у такого человека будет вокруг тишина. Даже если кто-то будет что-то делать, то, что нам не нравится, или вести себя каким-то образом агрессивно, возмущенно, а у нас есть этот кроткий дух, и мы понимаем, кто против нас восстает, что это какой-то дух нечистый побуждает этого человека для того, чтобы нас вывести из равновесия и украсть мир наш, тогда мы уже зрелые понимаем это, и мы не поступаем так, как хочет этот темный мир, а мы поступаем так, как Бог нам заповедал в своем слове. Любим, прощаем, смотрим с состраданием на этих людей и молимся за них. И остаемся в кротости и в смирении, кротким духом и смиренное сердцем. Поэтому я желаю всем нам, чтобы у каждого из нас действительно были вот эти превосходные качества, качества христианина, настоящего христианина, потому что кротость и смирение это плоды духа, а плод духа еще и любовь есть, и долготерпение, там есть кротость, да, и воздержание, это плод духа. Этот человек, он благословен. Тогда он являет Христа. Он и приобрел теперь, и постоянно приобретает, живя с Богом на этой земле, черты характера Иисуса Христа. Таким образом, смиряя себя перед Богом и перед Словом Божьим, и пребывая в послушании Слову Божьему, мы таким образом и есть ученики Иисуса Христа. И таким образом Иисус проявляется через каждого из нас. А иначе Бог не сможет через нас проявляться, Он не сможет нам ничего в сердце положить, потому что на месте кротости и смирения у нас будет постоянно какое-то возмущение, какое-то, вернее, отсутствие мира, а там, где отсутствие мира, то человек не может в таком беспокойном состоянии слышать Бога. Поэтому я желаю всем, чтобы мы все были кроткими и смиренными, чтобы мы слышали голос Божий, были водимы Духом Святым и приобретали все больше и больше черт характера и были похожи на Иисуса Христа. Всего вам наилучшего, будьте благословенны, хорошего вам дня!